Туризм. Привет всем, вы на канале Просто Детки, и наконец-то у нас новая игра про смешариков, которая называется Туризм. А сейчас мы ее с удовольствием пройдем на 3 звезды. Начало. Фрагменты картинки перепутались. Скорее расставь их по местам, чтобы узнать, с чего начались очередные приключения Кроша и Ёжика. В начале, как всегда, в принципе, несложно. 6 всего лишь кусочков этого пазла. Я думаю, мы его сейчас легко соберем. Итак, поехали. Это дальше там 20-30 там кусочков и так далее. А здесь, как вы видите, 6. Это очень и очень легко. Прекрасно! Оказывается, Крош и Лосяш спорят о том, как устроена Земля. Лосяш уверен, что она круглая, а Крош считает, что Земля плоская и стоит на 3 китах и черепахе. Кто же прав? Прав, как вы думаете, Лосяш? Вообще он такой типа ученый, он все знает. А Крош такой немного балбес, которым поиграть там, побеситься, побаловаться. Я думаю, все-таки прав, наверное, Лосяш. А как вы думаете? В общем, скоро мы это все узнаем. Путешествие. Чтобы доказать свою правоту, Крош и Ёжик отправились искать край Земли. Управляя лодкой, помоги друзьям выбраться в открытое море, чтобы отправиться в путешествие. Это уже интересней. Давайте. Так, нам нужно плыть только там, где... В общем, одна вода. Никаких не островов. Ничего, ух ты. А как это? А, вот туда можно еще в угол. А я и не знал, что в угол можно плыть. Это все меняет. Я думал, что уже приплыл. Так, уже половина пути проплыта. А здесь, смотрите, уже какие-то скалы выступают из воды. Кто выступает, то исчезают. Страшно, вдруг они где-нибудь там под нами прям всплывут. Так, осталось совсем чуть-чуть. И вот он, конец пути. Прекрасно! Ты помог друзьям миновать все препятствия и выйти в море. Смогут ли они найти край Земли, или все-таки Лосяш был прав? Куда мы попали? Фрагменты картинки рассыпались. И чтобы узнать, где оказались Крош и Ёжик, ты должен вернуть фрагменты на свои места с помощью кнопок вверх и вниз. Попробуем. Итак, это какая-то большая звезда. Вот наши 2 героя. Это здесь в углу, скорее всего, стоит. А это с другого края в углу. Ой, а где это? Вот здесь. Это снизу. Вот наша лодка. Это вот здесь. Ай, промахнулся. И последний кусочек нужно успеть. И успел. 3 звезды в кармане. Прекрасно! Наконец, картинка собрана. Но что же это? Неужели друзья действительно нашли край Земли? Сейчас узнаем. На помощь! Найти правильный порядок, которым надо использовать предметы, чтобы помочь друзьям выбраться с края Земли. Итак, не успели мы попасть на край Земли, нам уже нужна помощь. А у нас есть, получается, весла. Наверное, нам нужно с них сделать парус. Вот мы связали их как мачту. Накидываем на нее наш парус, да? А теперь у нас вот рыба тут оказалась. Мы ее заарканили, как лассо. И перерезаем кусачками якорь. И все, рыбка нас оттянула. Прекрасно!
Ты проявил находчивость и смекалку и помог друзьям вырваться с края земли и отправиться дальше. Что же дальше? Фрагменты картинки опять рассыпались. Расставь их по местам, чтобы узнать, что произошло дальше с Крошем и Ёжиком. Так, еще один пазл. Поехали. Так, вот уши Кроша, их ни с чем не перепутаешь. А это кусок Ёжика. Это тоже несложно. Еще один кусок Ёжика. Вот Крош. Вот опять кусок Ёжика, уже последний, можно сказать. Так, ай, а это что? Это вот угловая картинка. Ёжик, чик. Крош там что-то читает. Я пока не могу посмотреть. И вот, а, туризм, карту он читает, ясно. Ну, как видим, у нас 3 звезды, все хорошо. Прекрасно! После посещения края Земли, друзья вооружились путеводителем и решили продолжить путешествие и отправиться на тропический остров. О как, а я думал все по-другому в этой игре. Ну ладно, на остров так на остров. Изучаем остров. Итак, друзья добрались до тропического острова. С помощью стрелок помоги ежику отыскать на карте достопримечательности, которые перечисляет Крош. По идее, это несложно. А, у нас время здесь. Ну, ладно. Медузы. А, медузы. Где медузы? Медузы. А, подождите, медузы вот же здесь. Справа, по центру. Отлично! Крабы. Ой-ой-ой, крабы там в самом конце вообще аж. А у нас время-то мало. Не успею, наверное. Тоже мне достопримечательности. Источник воды. В общем, нас гоняют по всей карте. Да, нет бы сразу там... Как-то так... Кучкой бы все достопримечательности были. Благоуханная тень. А вот тень. Здорово! И... Тропические фрукты. И вот фрукты. Осталось чуть-чуть. Наверное, я все-таки успею. Арбузы там всякие. Здорово! Есть. Все? Прекрасно! Ты помог друзьям отыскать все достопримечательности острова. Теперь надо как-то до них добраться. Ага, это мы запросто придумаем сейчас. Пляж. Открой картинку и узнай, куда же в первую очередь отправились на острове Крош и Ёжик? Ага, такой картин... Такого пазла у нас еще не было. Здесь нужно запоминать, да? А получается, картинки, которые нам открываются, и потом просто их повторять. На самом деле, это не очень сложное задание. Пока картинок немного, да? Когда их будет больше, конечно же, будет сложнее их все запомнить. О, купаются наши друзья. Вот так вот. И последние можно не запоминать. Их всего 4. Вот там за последний ежик спрятался, да? Готово. Прекрасно! Лазурное море, золотой песок. Разумеется, друзья сразу же отправились загорать и купаться на пляж. Ну да, мало им было океана, нужно сразу купаться на острове. Большой заплыв. Чтобы освежиться после загара, Крош отправился купаться. Нажимая на стрелку, помоги ему огибать препятствия и ловить пузырьки воздуха, чтобы насладиться плаванием. Так, плавать, я думаю, все любят. А осталось понять, как здесь управлять. Так, ай, управлять тяжеловато. Получается, здесь не так, что 2 дорожки, там нажал как бы и управляешь. Получается, здесь ты сколько раз нажал, он такой... В общем, нужно много-много раз нажимать, чтобы он правильно направление выбирал. На телефоне это, наверное, легко делать, но вот как бы у меня на эмуляторе, на компьютере тяжеловато регулировать силу вот это вот перемещение, только
двумя клавишами. Но я, как видите, чуть-чуть разобрался. Все-таки получается. Чтобы пройти этот уровень, нужно, чтобы осталось хотя бы там сколько? Наверное, 8 этих пузыриков воздуха. Я уже почти доплыл. Так. 11. Все, отлично. Прекрасно! Ты помог Крошу сделать большой заплыв в море и отлично освежиться после жаркого тропического солнца. Ура, ура, ура! Собери картинку. Скорее собери картинку, чтобы узнать, куда отправились друзья после встречи с медузами. Так, картинка, ёжик, кусок ёжика, есть такое, кусок Кроша, так, вот он, опять там кусок уха Кроша или что это? Ещё одно ухо Кроша, Крош на полэкрана, это ёжик с этим журналом с картой. Так, и последний кусочек. То есть пока эти все пазлы такие несложные. Прекрасно! На пляже стало совсем жарко, и друзья собрались вернуться в тень под пальмы. Но песок оказался таким горячим, что сделать это не так-то просто. Горячий песок. Помоги Крошу добежать от пляжа до тени внутри острова. Для этого нажимай на ближайшее дерево или камень с тенью, куда можно добежать, не обжигая лапки. Так, у нас есть всего 3 жизни. А вот сюда, наверное, да? Камень, кустик, опять камень, снова камень, а ракушка, камень. Пальма. Снова камень. Опять пальма. Камень. Так, наверное, кустик все-таки. Пальма. Если в другую сторону пошел бы, то проиграл бы. Опять кустик. Наверное, пальма, да? Еще раз пальма. Кустик. Ракушка. Пальма. Наверное, пальма тоже. Все? Отлично. Прекрасно! Это было непросто. Но ты это сделал. Крош благополучно добрался до благоуханной тени тропических деревьев, и теперь ему не страшна жара. В тени деревьев. Открой картинку, чтобы узнать, чем еще могли заняться Крош и Ёжик на острове. Так, это несложно. Так, 1, 2, 3, 4. Опять 1, 2, 3, 4. Здесь тоже рядышком картинки все легко. И осталось последний раз запомнить. А вот тоже это не тяжело. Остались последние кусочки, которые и запоминать, в принципе, не нужно, да? Прекрасно! Картинка открыта. И на ней видно, что друзья решили углубиться внутрь острова. Но что они хотят там найти? А сейчас узнаем. Путь к роднику. Друзья отправились на поиски воды. Нажимая на кусты и листья, которые преграждают путь, помоги Крошу расчищать дорогу. Ага, пить захотелось, ладно. По-моему, они совсем никакой тени не дали. Так. Что-то здесь листики. С благоуханной тенью деревьев. Всякие ветки там. А Крош у нас как терминатор. Голыми руками все это дело расчищает. Называется одной левой, да?
Обычно в джунглях там специально такие тесаки есть большие, которыми когда идут, там все слугают. А зачем нам тесаки, если у нас есть крош, да? Когда нужно что-то тяжелое сделать, он нас, конечно, не подводит. Еще чуть-чуть, ничего себе. Сколько много их уже. Так, о, все. Прекрасно! Ты помог друзьям расчистить дорогу и пробраться к тому месту, где должен быть родник. Но что же они там увидели? Так, мы скоро узнаем, что же они там увидели. Это ровно половина этой игры, видите, 12 уровней, а всего в игре 24 уровня. Но, как вы уже поняли, вторую половину этой игры я запишу немного позже, в следующем обзоре. Поэтому, если вы хотите узнать, что же там случилось, то дождитесь. Буквально завтра вторая часть этой игры у нас на канале. А на сегодня я с вами буду прощаться. Если вы хотели поиграть сами в эту игру, то ссылочка на нее в описании к этому видео. Загружайте. Как бы игра бесплатная, только с просмотром рекламы. Если у вас нет полной версии. А я буду прощаться. Пожалуйста, поддержите это видео своими лайками, пишите комментарии, не забывайте делиться с другими детками. Также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. На сегодня все. Пока-пока, до новых встреч. Оставайтесь с нами.